Всем привет! С вами Кононова Аня, Кононов Антон. Вот, и сегодня в этом видео мы с вами поговорим о новом завозе коллекции от компании Faberlic. Вот, значит, это новиночка. На муже легкий трикотажный джемпер с высоким ординарным воротом для мужчины. Артикул 199-419, цвет серый меланж, размер 56. Состав 80% хлопок, 20% нейлон. Антох, скажи, как тебе? Ну, надевать на футболку, например, когда более прохладно, например, градусов 15-10, самое то. Ну, он какой? Она легонькая. Легонькая, да? Тоненькая, да. Ощущение какое? Приятное, мягкое. Давай покажем ткань, подойди поближе, вот рукавчик посмотрим. Там внутри есть начесы? Нету, да, начесов? Нету. Ну, что-то немножко есть какой-то, что-то начесик, но он, как вы видите, просвечивает, да, вот рука идет, вот мой палец, как бы вот, тянется отлично, замечательно, прям никаких, прям, ой-ой, никаких нареканий нет. По низу идет резиночка суперская, мне все нравится, Антох, а сзади как выточки сзади смотрятся? Так, сзади все хорошо. Так, вот мне интересно еще, ага, есть немножечко антирастяжка у горловины, чуть-чуть сзади. Отходи, в принципе, все хорошо. Да, ну мне нравится, здорово. Итак, перед нами с вами удлиненный жакет с длинным рукавом для женщины. Цвет темно-синий, размер 46, состав верх 100% полиэстер, подкладка 100% полиэстер, артикул 199-945. Катюш, подойди, посмотрим с тобой поближе. Расскажи, как он тебе понравился. Да, то есть тут такая что-то типа бахромы, как вы видите. Да, великолепно. Концы рукавов вот так вот выполнены, и внутри вот идет как раз вот эта вот подкладочка. Давай, рассказывай твое мнение. Он вообще замечательный, очень модный, и я думаю, что буду его носить с удовольствием. Она мне прям очень сильно понравилась. Я когда увидела, я сразу ее взяла и сказала, я хочу примерить ее первой и носить. Да, а внутри покажи. Внутри здесь подкладка, угу. Но она идет не полностью, а только на плечах и уходит в рукава. Уходит в рукава, ну супер, мне тоже очень понравилось, как на тебе смотрится, носи с удовольствием. Сейчас перед нами легкий трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины, артикул 199-401, цвет ярко-синий, размер 56, состав 95, хлопок 5% эластан. Антох, покрутись. Антохе он очень понравился, он сказал, что он стрейчевый. Антох, расскажи. Мягкая, приятная ткань. Да? Как бы, да. Нравится. Кожа, да. Как в нем? Будет дышать? Будет. Будет дышать, да? Ну, тут 95 хлопок. Ну, да, в принципе. Ну, цвет тебе идет. Мне понравилось. Вообще здорово. Угу. Так, сейчас на Антоне трикотажный джемпер для мужчины. Цвет темно-зеленый, размер 56, состав 80 хлопок, 20 нейлон, артикул 199-456. Это такая вязаная уже идет ткань, мелкой вязки. То есть это уже не как водолазка, это уже что-то типа теплой кофты облегченного варианта, я бы так сказала. На краях низ изделия выполнен в форме резиночки, и горловина тоже в форме резиночки. То есть та же самая серая водолазка, только ну вот без горла. Да, тоже такая же тепленькая. Антох, подойди, покажем ткань с тобой. Покажем ткань, да, вот. Начесик, может быть, и есть, но она такая, вот видите, облегченная, да, то есть я ее вот натянула, она просвечивает. Вот, ну, классная, мягко, нормально ведь, да? Да. Носить зеленое будешь? Ну, посмотрим, поношу. Что, не понравилось зеленое? Не знаю. А мне кажется, тебе может, хорошо. Может, уже на осень. Ага, но опять глаза голубые. А вещь зеленая, вот как-то не знаю даже. Вот заказала первый раз. Дорогие зрители, помогайте, идет ли Антону зеленый цвет. Потому что вот даже не знаю. Видите, глаза голубые, а кофта зеленая. Вот как-то вот не совсем же сочетается.
на нас трикотажная фуфайка с длинным рукавом для женщины. Цвет сливовый, размер 44, состав 95 хлопок, 5 эластан. Артикул 199-280. Катя, она тянется очень хорошо, да? Да. Ага, прям везде. Изумительно. Она есть в различных цветах, Катерина выбрала себе именно это. Кать, носить будем? Да, с удовольствием. Че смеешься-то? Вот. А скажи, чем она тебе понравилась? Ну, цветом. Колючая я, не колючая? Нет, не колючая. Ткань очень приятная и движение не стесняет. Угу. Талию... Можно свободные руки поднять. Да, талию выделяет очень хорошо. Я смотрю, прям фигуристая такая сразу стала. Ну, носи с удовольствием. Очень симпатичная такая кофточка. На Катерине трикотажные брюки для женщины. Цвет серо-фиолетовый. Размер 46. Ткань первая полочка. 47% полиэстер, 46% нейлон. 7 эластан. Там идет кружево. Крутое, классное кружево. Очень красивое. Ткань вторая. Это спинка. 75% вискоза, 20% нейлон, 5% эластан. Артикул 194.08. Это просто суперские штаны, они просто классные, они идут на камеру, может быть, чуть-чуть сероватые, но на самом деле они просто великолепно смотрятся. И вот это вот кружево, которое на них, оно просто классное, просто в тему. Штаны нам в меру, в длину, да, как вы видите, все здорово. Их можно и с кроссовками, и с туфлями носить, и с жакетом, и с чем-то еще. Просто классные женственные брючки. Итак, сейчас на Катерине трикотажный кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 199.54. Цвет молочный, но она практически белая. Прям белая-белая. И размер 46. Состав 100% полиэстер. Ой, я себе заказала такую же. Она безумно классная, она мягкая, она суперская, она... Просто обалденная, я не могу ее описать, ее хочется носить, мне хочется куда-нибудь ходить. Это просто супер-супер вещь. Катя, у тебя пояс сзади немножко отошел. Что скажет Катя по поводу этого? Ну, она безумно мягкая, безумно удобная, прямо как... Уютная, уютная, да? Теплая, как плюшевая игрушка. Как-то так. Ну, скажи, носить будешь? Тебе она понравилась, да? Обязательно. Повернись еще. Ой, ну классная, классная. Так, сейчас на мне трикотажный джемпер с укороченным рукавом для женщины. Артикул 199-902, размер, цвет мультицвет, размер 50, состав 95 полиэстер, 5 эластан. Что могу сказать? Вещь действительно суперская, мне понравилась. Она идет как бархат, тепленькая, довольно-таки теплая. Вырез мне понравился, даже если я нагнусь, мне ничего видно не будет. Мне это очень-очень важно. Вещь суперская, не в обтяжечку, ничего, отлично, прям размер в размер. Линейка не мало мерит и не больше мерит. Смотрите, какое кружево приятное. Да, внутри вот такая вот она вся. Симпатично очень. Мне понравилась, мягкая, приятная такая. Сейчас на мне юбочка для женщины, цвет черный, размер 50. Вот он, там есть еще разрез, я его еще не разрезала. Далее, значит, состав 95 полиэстер, 5 эластан, артикул 199-743. Отличная юбочка, классная. Тут идет вот молния, да, то есть вот до сюда она закрывается очень хорошо, застегивается, расстегивается. На мне села очень свободно, хорошо. Как бы ни велика, ни мала, все идеально, размер 50. Мне очень понравилось. Я ее себе с удовольствием оставляю и буду носить. Сейчас на мне трикотажный джемпер с высоким воротом для женщины. Артикул 520037, цвет бордовый, размер 50. 90 нейлон, 10 эластан. Вещь классная, но неожиданно она просвечивает и очень сильно. Поэтому я не нашла черную пододевалочку. Да, то есть я одела белую пододевалочку от Рогова, суперскую. Вот, черная где-то у меня есть, но я что-то ее не нашла на своих полках, к сожалению. Рукавчики классные, все классно. Смотрите, какой симпатичный гиперчик.
прямо суперский. Мне он очень понравился. Да, то есть вот все хорошо. Единственное, что надо вот черную пододевалочку под него. Мне мягкая, уютная кофточка. Так, нет, не кофточка, кардиган с длинным рукавом для женщины. Артикул 199-956, цвет молочный, размер 50, 100% полиэстер. Первое ощущение, боже мой, какая мягкая, классная. Хочется ее носить, не хочется ее снимать. Второе ощущение, боже мой, как жарко, да. То есть немножечко, она чуть-чуть, как вы видите, оставляет следы. Да, то есть ее, я считаю, что нужно по-хорошему... Так, у нас там салют. Ее нужно по-хорошему, мне кажется, прохлопать или еще что-то. Но, как вы видите, она немножечко что ли скатывается или что, но, по идее, не должна. Мне кажется, что это один раз, вот первый, когда вы будете одевать, такое будет. Она просто суперская. На дочке показывали, мы себе заказали вот по одной, вот по такой красавице. Так, сейчас на мне трикотажная фуфайка с длинным рукавом для женщины. Цвет ярко-синий, размер 48, 95 хлопок, 5 эластан, артикул 199-273. Комфортно, комфортно, классно. Хорошо, что я 50 не взяла, как бы нормально на мне смотрится. И не в обтяжку, не могу сказать, что она какие-то недостатки выделяет, да, и как бы все здорово. Мне понравилось, буду носить с удовольствием, да, да и в магазин за хлебом сходить, и в самолете куда-то перелететь, и в поезде, как бы вот где-то в таких вот местах, дома одеть, когда для прохладно. Для повседневной носки. Да, для повседневной носки вообще как бы вещь классная, ткань легкая. Приятные, да, то есть без начесов, без всего, просто отличная, шикарная ткань. Мягкая, здоровская такая к телу. Так, сейчас на мне трикотажный джемпер с высоким ординарным воротом для женщины. Артикул 199-182, цвет ярко-синий, размер 48, состав 80 хлопок, 20 нейлон. Ну, что могу сказать, вещь заказывала на свой страх и риск, хотелось померить новинку. Я считаю, что она пойдет и с юбкой, и в дорогу с джинсами, и совсем она идет такая полутеплая. Да, тут идет такая вот вязочка симпатичная, да. Края изделия выполнены резиночкой, и внизу тоже идет резиночка. А на выворот она чуть-чуть немножечко с начесом. Антох, видно, да, там да, на камеру? Да, немножечко с начесиком с таким вот идет. Мне кажется, что самое то в дорогу будет здорово. В дорогу здорово. Сейчас на мне малиновая фуфайка. Вот, трикотажная с длинным рукавом для женщины. Размер 48, состав 95 хлопок, 5% эластан. Мне нравится, я ее оставлю. Простенько, со вкусом. Мне кажется, она подойдет и с каким-нибудь бесцветным пиджачком, и просто так носить, и вообще шикарно. На повседневную носочку самое то. Мне нравится. Точно-точно такая же ткань, как и у предыдущей, у синей кофточки. Великолепная вещица.